Обычные стены отштукатуренные, отшпаклеванные, красить легко, потому что они легко впитывают влагу. Но что нам делать с поверхностями, которые слабо впитывают влагу? Вот в данном случае у меня напольный плинтус из дюрополимера. Можно еще вспомнить про пластик, металл и другие слабо впитывающие поверхности. Как же их красить, чтобы было ровно? Иначе получится так, как вот на этом фото. Посмотрите, какие разводы. Так вот эти вот поверхности мы красим губкой и получаем эффект яичной скорлупы. Сейчас покажу как. Мы легкими движениями наносим краску на поверхность. Вот так вот, макающими движениями. И у нас остается поверхность с такими мелкими микропузырьками. И потом она, высыхая, создает эффект яичной скорлупы. Никаких разводов, как от щетины кисти. Никаких следов не будет. Будет равномерная, красивая покраска. Если мы будем просто проводить кистью или губкой, то мы получим вот такие вот разводы. А если мы делаем вот так вот, то после высыхания получаем равномерный эффект яичной скорлупы.